что, пацантре, всем привет! Сегодня солнечный день, 21 сентября, и Лёха едет на юг. Ёпта. Как в этой мультике про богатырей там, когда богатыри жён позвали на море. В отпуск, мы едем в отпуск, и я от радости пою. Короче, фартануло, повезло запрыгнуть в последний вагон плацкартного и доехать отдохнуть на Крымскую Ривьеру. Рейс у нас на Симферополь. В понедельник, надеюсь, дойдем. И недельку, наверное, отдохну. Соберусь, так сказать, с мыслями перед временем испытаний, да, зимним сезоном. Вот. Вернуться и снова в бой. Блин, искал этот рейс. Уже, честно, не надеялся. И тут на тебе. У вас же серия там была несколько дней назад, видосик, как я работал по Москве. А у меня это было вчера. И вот я вчера искал, устал, лег спать, поспал, проснулся. И раз он висит, срочно, здесь и сейчас. Слава богу, конкуренты не оказались рядом, там надо было прям вообще по времени обрезать. И тут Лёха, и я, блядь, тут. Они говорят, поехали, ёпта. Я говорю, помчали, полотенце взял, сланцы взял. Маску эту, как его зовут, погрузочную, ух ты, плавательную взяли с трубкой, ёпта. Он тут вещей набрал, блин. Фургон у меня под пломбой, хотя там груза кубов 8, кубов 7, не знаю. Ну, чтобы понимали, 30 кубов фургон. Все по полу, металл. Блин, ну под пломбой. Будем это, как говорится, в тесноте, да не в обиде. У меня уже заканчивается Московская область, ну почти что. Подъезжаю к Каширскому знаменитому посту, впереди река Ака. Вот. Так что, полагаю, в этой серии, наверное, дойдем до Марика, посмотрим Марик, что там изменилось. Последний раз я был в ноябре. Соответственно, что там произошло за это время, поглядим. Вот. Ну и немножко, конечно, трасса М4. Хотя, в целом, что тут. Кстати, едем по платке. Платка обойдется где-то в 5 с чем-то тысяч. Потом в конце покажу, сколько у меня снялось денег. Так что солнечное, московское, переходящее в крымское утро. Вот. Так что всем приятного просмотра. Спасибо за комментарии, за подписку. Оцениваем. Телеграм, как всегда, там увидите то, что не покажут в Ютубе и в Рутубе. Вот. Там интерактивное общение. Вот. Ну а сегодня что, помчали. Впереди 1700 километров до Симферополя. Смотрите, какая красота. Это у нас Тульская область. Всем туликам привет. Меня как-то поправили. Говорил тульчанам. Мне говорят, сам ты тульчан. Туликам. Просто превосходно.
прежде чем двигать дальний рейс, нужно заехать позавтракать. Время 8:20 московского. Здесь вот по пути. Петя, с катанием ты поехал. Питер с контейнером, топливо договаривались. Вот. Огни... Понял, а вы на Белоруссию сейчас ходите, нет? Огни кафе. Тут и кафе огни. Как бы мне Витькову номер узнать даже? Здесь уже несколько раз ночевал. Ел. В целом, как бы, мне понравилось, поэтому мы сюда сегодня и заезжаем. Так что это, Лёхе, приятного аппетита, вам тоже, если вдруг кушаете. И встречаемся где-то дальше. Поесть поели, теперь это, перебываемся как домой. Раз и в Топуле. И двигаем далее. Такое место красивое. Погнали, пацаны. Пункт взимания платы. Это у нас уже конец. А, уже за Ефремовым. Объезд Задонска. Блин. Хотел промчать этим. Быстренько, шустренько, да? Чайник на танке, чайник. Ну ладно. Блин, дай бог. Или Kia, интересно, Kia. Как его зовут? Скорее всего, раз он битый, он этот. Халтурщик, ёпта. Не? Не халтурщик. Зря наговорил на человека. ₽450. Да, наговорил на человека. Оплатил, поехал. Ну и таких пунктов хрен знает сколько, короче. Он думал, он на танке, его пропустят. А он не на танке. Так что двигаемся далее. Получается, это, наверное, уже Липецкая область. Тульскую промчали. Задонск. Наверное, Липецкая, да. Подкатываем к Воронежу. 340 от Москвы уже откатило. Двигаемся. Пробочка. Какое-то жесткое ДТП. Сейчас посмотрим. По обочине машины пошли. Военный, оп, перекрыл. И ИТЭКа тоже в замочек взял. Это маленькая пытается всех, короче, надо обмануть. Пацаны это держат самого умного. Что? Такие дела. Кстати, вот такая пробочка. Вон туда вдаль. А так-то да, вон, кстати, Липецк. Как его зовут? Военные перекрыли, молодцы. Как я сказал в рацию сейчас, это у военных аргумент весомый, там в кабине, наверное. Ну, подразумевая автомат, там что-нибудь такое. Не каждый полезет с ним в драку. А у дальнобойного братства рассчитывают, что ты перекроешь, и пока никто не трогает, тебе скажут: о, красавчик. А не дай бог, какой-то неадекват, как это было в Лачке, когда не было объездной, там пробки были сумасшедшие. И тоже один дальнобой перекрыл. Неадекваты какие-то там, не знаю, какой национальности, русские, не русские. Ну, короче, подрезал его, выскочили битами там что-то. Битами, не битами, ну, короче, пиздюлей ему вломили, этому водителю. И никто не писался даже за него.
А вот как что, это закройте обочину. Ну, спрашивается, закрой сам, раз ты такой умный. Потом же это сами и не впишете за того, кто сделал вам благодарность, а в итоге получил, что получил. Поэтому такое оно себе. А тут военные, сильно это не поспоришь. Так что красавцы. Пробочка, короче, я думаю, на минут 40. Ну, собственно, и авария. Воронежцам, липчанам, как правильно, кто поправит, привет. Туликам я выяснил в свое время. Эти моменты еще никто не подсказывал, да я и не спрашивал. Так что в любом случае, проживающим в этих областях, привет. Леха двигается дальше. Сеновские выселки, поселок. И помпончик. Кстати, на будущее помпончик, дорогой как помпончик. Легче в кафешку будет подальше. В кафе Мария заехать и сказать: Машка, сделай борща за одну баклажку. И все. В помпончик зайдешь и хана, блядь. На одного, наверное, рублей 700 поесть нормально. И то это на дрища, как я. Имейте в виду. Не, но если у вас есть баблишка, то как бы вопросов нет, пожалуйста. Просим, как говорится, в это поместье помпончика. Так что такие дела. Ладно, Воронежское за окном. Кстати, меня, наверное, и украинцы будут смотреть. С украинскими номерами машина едет. Ну, мы же на Мариуполь едем. В прошлый раз при выкладывании видео там пакеты там всякое предлагали. Так вот, украинский номер, не знаю, регион, ВТВК, цифры не буду диктовать. Никто его не трогает, едет все спокойно. В пробке. Здесь пробка сейчас большая. Спать на ночлег. И все нормально. Так что делайте выводы, господа. Тут пробка на 10 километров. Наверное, сейчас спать лягу. Ну шо, ребятки, новый день. Донецкая область за окном. Мариуполь впереди. Осталось километров 40, наверное. Здесь вот такую трассу строят. Две туда, две сюда. 300 на пол и туда-сюда. Слева море. Уже Алексея приветствую. Азовская. Впереди черная. Так что нам лучше черная. Вот. Черное морешко. Сейчас въезжаем в Мариуполь. Смотрим изменения с ноября 2023 года. Кто не понял, о чем я. Последний раз я тут был в ноябре. Проезжал. Так что смотрим вместе. Такую дорогу сделали замечательную. Раньше
тут плиты были, скакал как это, как ослик. Вот, сейчас красота. Дороги как минимум делаются. О, москвичара, нифига себе. Раритет. Улица Терновая. Вот этот дом был, короче, вообще в хламину, по-моему, делается. По-моему, он. Но это не точно. Сейчас поедем, наверное, через Азовсталь. Через новый мостик там. И через центр прокатимся. Если там где-то запретительных знаков нету. Так, что пока сказать? Конечно, вид изменился. Вот сколько тут? 2 года назад я первый раз сюда приехал, в 22-м году. День и ночь, день и ночь. Вот, ну и да, все делается. Лёха, что ли, узнали? Шутка. Так, ну здесь все ясно. Это при въезде улица Планова налево. Все идет по плану. Сейчас другие места посмотрим. Это у нас частный сектор. То есть люди пошли направо, поехали. А с другой стороны Азовстали. Ну, короче, там по объездной, так называемый. Раньше там тоже плиты были. А я прям пошел. Ну, здесь, конечно, частный сектор разбит. Видимо, в будущем будут покупать люди, отстраивать или возвращаться, отстраивать. Так эта схема будет работать. Ну, видимо, это заброшенные уже, по крайней мере, на время. Здесь тоже была конченая дорога, причем, мне кажется, совсем не связанная с войной. Одна туда, одна сюда, я помню, ехал потихонечку, снимал. Даже можно видео посмотреть, у меня где-то найти. Здесь, смотри, две туда, две сюда. Как там, что, кому выдают, справедливо, несправедливо, честно, я за это не отвечаю, я просто констатирую, что делается. Вот. Наблюдаем, что происходит в городе. А бытовые вот эти всякие нюансы, это уже не ко мне. Домишко повидал жизни. Улица Ткачева направо. Тоже да, в том году доделывали эту дорогу. До этого я тут не ездил, поэтому я не знаю, в каком она была состоянии до. Снимаю на телефон, чтобы картинка была четкая, ясная. Что-то приблизить, что-то отдалить. А здесь, кстати, вот сверху видно купол храма. Ох, надо найти. Вон там, по-моему, прямо, да? Прямо видно. Я ближе не могу приблизить. Мне придется руль отпускать. Это вот у нас Азовсталь. Печальная. Может, печальная. Может, наоборот. Были пойманы и наказаны негодяями.
точно ее отреставрировали, дорогу. Какой она была, я честно не подскажу. То есть тоже остановки, вот видишь эти дорожки для бега, для езды на велосипеде, на роликах, на роликах. Кстати, остановка такая же была, кстати, при въезде. Вот. Ну, пока не разбита, на удивление. А то молодежь-то, как его зовут, уверенная в себе. Все надо проверить на прочность. Красиво через стекло, лучше чем сетки. В принципе, здесь я ехал в прошлый раз, ноябрь, октябрь, там пару ходок было, снимал все это дело. Еще как раз подъезжаем к мосту, который сделали новый. Думаю, будет, да, он видно. Ну, вроде храм, церковь. Поправь, кто знает. Кстати, Геннадию привет, Геннадию. Я так понимаю, Геннадий это тот, который, с которым вы у меня видео брали, хотели вставить, там что-то не сложилось, не срослось. А то сейчас смотрю, профиль зашел, ничего нету. Новый, что ли, профиль открыли? Или это другой Геннадий? Короче, в любом случае, вам, Геннадий, привет. Большой привет. От питерского наездника, елки-палки. Здесь вот такой вот памятник. Вот этот мост отремонтировали, сделанный. Рядом вот разбитый стоит. Это уже новый. Всем мариупольцам привет, данчанам, кто смотрит. Ух ты. Ну да, вот стыки мостов у нас в России не научились делать пока. Это какой-то, как скажет это, блять, Гаустян, караул какой-то, караул. С этими стыками новые, как бы, может, что стык не сделать нормально. Вот так. Главное у нас налево, да, показывает, видишь. Я помню, как-то я оттуда ездил, приезжал, тоже снимал. Было дело. Нам налево. Здесь тоже, да, попала немножечко под замес улица. Тоже ее снимал в том году. Самому интересно, что изменения какие, что. Че, кто? Что изменил, сделал? Дай бог, в ближайшее время и в Одессу поездим, что-нибудь повозим. Интересно, какая там дорожка туда. Кстати, до Армянска сделали дорогу. Второе КПП, переход на Крым. Это кому интересно. Там длиннее на 100 километров, но типа пробок меньше. Ну, стоишь меньше, чем в Чунгаре. Но это не точно, это было. Бля, я испугался, ну что, меня двигатель затроил, а это эти, блин, неровности. Аж, сука, очко сузилось, блин, на секундочку. Там это, иголку сломал. Видишь,
А я думал, думаю, ну ёпта, как так-то, блядь? Слава богу, двигаемся. Это фильм можно про войну снимать. Так-то ничего смешного на самом деле, да? Ну, что еще мне делать за рулем? Что, вальва куда? Так, тут тоже, видишь, изменения идут. Подъехал чуть-чуть, ребят, я такси. Подъем такой-то. А я что-то не помню, что здесь подъем был. Опа, медленно. Это, видимо, еще обшивать или красить будут. Дом. Здесь тоже, да? Ух ты, ё-моё, блин. Фасады уже делают. Видишь, видимо, по приоритету берут. Что-то делают, что-то не делают. Это, кстати, впереди драмтеатр отстраивают, походу, прикинь. Ничего себе. В том году она была просто в этих... сеточку как-то, типа, насквозь. Ой, а теперь это... отстраивают, блин. Тоже здание. Да-да-да, драмтеатр отстраивает. Заново. Странно. Ну ладно, тоже хорошо. Кто нас справа не едет? По ночам здесь работают эти кафе, мафе. Да-да-да, реконструкция полная идет. Ставлю, как было. Вот здесь вот кафешечки ночью горят. Все дела. Вот там вот Рич. Здесь что-то не доделано. Рич Ланч. Сидят люди. Обалдеет, а тут такая сценка, блин, не для слабонервных. Типа до и после. Вот это здание отремонтировано, тоже сейчас ставлю, как было. Смотри, переход какой сделали, классный. Инженерная мысль, ёпта. Направо металлургов, оттуда раньше ездили, получается, по объездной. И Диазовсталь там объездная, и другая. Налево через весь город. Там тоже ремонты делали. Не знаю, доделали, не доделали. Думаю, доделали. Год уже прошел. Ресторан «Гуси-лебеди». Кальян, халяль. Маляль. Это тоже не было. Видишь, эти переходы. Остановочка, помню тут какая была. Опять же, да, это последствия войны. Что-то уж не будем умничать. Здесь вот такой сквер сделали. Что это за здание, интересно будет. Геннадий, если смотришь, подскажи. Может, ты в курсе. Троллейбусы, лиазы. Что-то тут кого-то, блядь, что-то потерял. А, вон дружище стоит. Вон дружище стоит. Видимо,
поверил в силы БМВ. Или он думал, он на танке? Ух ты, приехал в выходной. Оказалось, он не на танке. Лицо разбито, побито. Центральная улица какая-то. Сейчас вывеску увидим. Думаю, бля, там есть? Она такая мелкая. С биноклем ее разглядываю. Как-то она называется проспект Мира, походу. Мира, да? Мира. Точно. Я это на память. Так-то городок в целом маленький, но как у нас Гатчина, я не знаю. В Питере. Запомнить улицы, я вот еду без навигатора. Просто двигаюсь. На чили, как говорят, да? Золото, кофе, вилла, парфюм. Тут тоже якудза или изакая, хрен его знает, по с пол-литра надо только называть эти названия. А это вот у нас как раз сейчас будет там голуби. Сейчас, короче, я здесь тоже подъем, что-то не помню я его. Да ладно, здесь вот такой парк, он вроде и был, просто его сделали по-другому, по-новому, по-московскому, так скажем, диско моде. А, выделенку сделали. Там справа какой-то памятник. Честно, я там не разглядел. Кто-то на коне с доспехами. И это шапка железная, как она там называется. А это вот здание, помните? Я сейчас вставлю. Вот так оно теперь выглядит. Как оно там внутри сделано, я уже не подскажу. Такие муралы. Уже первые этажи под эти предпринимательства, там магазины, все такое. Под коммерцию. О, вспомнил. Тоже дом ставлю, какой был. Интересно, людей то заселяют или еще нет? Тоже всякого понаслышался про Мариуполь. Как с квартирами. Неразбериха. Так что да, не все так гладко, как кажется. Направо это там торговый центр. Как это, Планета, я не знаю, Остин, Шмостин. Который был разбит. Здесь справа был Обе, но на месте его, я так понимаю, вон стройматериалы хранятся. Наверное, новый район будет на месте Обе. Так, ну это уже у нас новые районы. Отстроенные. Ну и там тоже позади. Когда едешь в эту сторону, муралы видны. То есть обратно. А это у нас этот какой-то там центр медицинский, глобальный, не знаю, как там, многонациональный медицинский центр ФМПА России. Короче, как-то так. Такое огромное заведение. Ну а чё, Алексей пошел на выезд. На этом предлагаю серию закончить.
цель достигнута. Мариуполь осмотрен. Изменения глобальные. Прошло 2 года. Ну, с половиной. 2,5. Чуть меньше. Город снова живет. Мелитополь 195, Одесса 619. Ждем рейса на Одессу. Посмотрим там, сравним. Чё почём, чё за дороги. В Одессе был в 2010 году, что ли, что-то такое. Город хороший. Море, правда, грязное было, я помню. А здесь вот такой привет. Батюшка стоит, встречает. Поэтому чё, всем спасибо за просмотр. Вижу новые подписчики. На слово «Газель» повелись. И к Лёхе подписались. Спасибо большое. На левый аэропорт, если что. Следующую серию посмотрим новые территории Новороссии и Крым. Вот. Дойдем до места, до Симферополя, выгружусь. А там, наверное, поедем ноги полоскать. Кукурузу есть, пиво пить и купаться, скажем так. Всем до новых встреч, всем покедово, пацаны и пацанессы.